Приветствую уважаемых подписчиков, а также зрителей данного видео. Сейчас слева у вас город Малджо, а справа город Вестпойнт. Мой персонаж находится в трейлер-парке. И сегодня план на серию, если персонаж выздоровел, если у нее ручка зажила, то можно будет сбегать. Вот здесь у нас есть подсобка, может быть, там есть генератор. Если получится еще, ну, то есть, если найдем генератор, можно сбегать вот здесь вот в близлежащих зданиях. Вот здесь есть еще два шкафчика, посмотреть бы их на самом деле. Ну и, в общем-то, надо будет возвращаться с генератором, а также попробовать поразбирать в близлежащих, опять же, зданиях вот эти вот кресла какие-то, столы, стулья, потому что я прочитал книжку по строительству, и хотелось бы ее, конечно, эту стройку вкачать в 4. Так, ну давайте продолжим. Я надеюсь, сегодня не было кошмаров у нее. Ну, кстати, зябка ей. Это не очень хорошо. Да. Надо бы, наверное, барбекю передвинуть сюда, в спальню. Так, что будем кушать, готовить? Давайте, может быть, действительно лапшу сделаем? Или можно и... Да нет, давайте лапшу, наверное, сделаем. Лапшу. Так, миска у меня одна, давайте еще одну возьмем. Сразу разложим. И, ну, если лапшу, то болоньезе, наверное, откроем. Чтобы нам не мешать вроде как, да, там. Ну, то есть макароны. Две морковки. Так, а для того, чтобы это сделать, мне придется сначала из садового опрыскивателя, где он, кстати, вот он, влить в миску. А потом влить из миски в кастрюлю. А потом уже можно будет делать кастрюлю лапши. И потом в эту заправку добавим морковку. Ой. Не сделала, да? Хорошо. Так, да, еще одну морковку. Мне это, конечно, не очень нравится. То, что перебрасывает в какой-то другой слот крафта. Зачем это нужно? Блин, да что такое? Три моркови добавил. Ладно. Будет, в общем, без счастья. Ну, у нее вроде только скука. Скука это не то. Скука это не несчастье. И давайте обратно положим лапшу. Все как-то непонятно. Не пойми что. Вот лапша лежит, да. Теперь это туда улетело. Вот это тоже сюда. Может, по категориям действительно разложить? Так будет проще. Да, проще так будет. Так, а что у нас по воде? Воды мало. Давайте наполним. И пойдем готовить. Кстати, вот у нас костер. О, тут уже есть у нас пациенты. Пациенты, вы уже пришли, да? Ну, давайте, что делать. Так, пациенты были с рваными, перерваными шмотками. Да, ладно. Давайте, в общем-то, сожжем их и сготовим поесть. Ну что делать? Да ну жизнь здесь такая. Я понимаю, что выглядит это ужасно. Я видел его, вон он стоит. Давай, подходи сюда, здесь и окучишься. Вот здесь прям тебя и положим. Давай, да. Кругами хочешь ходить? Вот и все. Еще кто-то хочет? Ладно, давай лучше действительно лом. Потому что тут... Какой-то стелс, что ли, тут? Да нет, конечно. Всех сложим сейчас. Всех сложим и сожжем. Да, надо будет посмотреть, конечно, что там внутри. Сегодня, как ты понял, мы пойдем, сходим, посмотрим, что там в подсобке. Но надо, конечно, сготовить и разобраться тут немного рядом с базой, потому что эти трупы и мухи, они, мне кажется, привлекают зомби. Это, может быть, всего лишь слухи. Не хотелось бы их проверять, поэтому мы просто сожжем. Не хотелось бы их проверять в смысле того, что не хотелось бы, чтобы сюда пришли группы зомби на эти трупы. В этом смысле. Ну и потом это все выглядит как-то ужасно.
когда тут это мухи летают какие-то. Мне это не очень нравится, поэтому, ну, лучше, конечно, сжечь. Да, еще вот здесь, в этом фуд-маркете, можно попробовать разобрать несколько полок. Там есть большие полки довольно-таки, с них должно быть неплохо опыта. Должно падать неплохо опыта. Ну, а это не точно. Посмотрим. Вообще, как бы, там считается, когда разбираешь какие-то объекты, там, если объект... Ну, давай, конфета моя, молодец. Если объект большой, то ты получаешь больше очков опыта, чем за малый объект, разбирая его. Ну, это, допустим, если ты разбираешь двухспальную кровать, там дают, что-то, я не помню, в районе 160 номинальных, что ли, очков опыта. То есть, если у тебя персонаж без навыка строительства, то 40, да? Если у тебя прочитана какая-то книга, ты умножаешь еще на коэффициент книги. Вот, не знаю точно, сколько для этих полок, сейчас посмотрим, что там как. Возьми трупик. Хорошая моя баронесса. Да, может быть, еще посмотрим. Там я углядел на карте, там есть два книжных шкафа. Может быть, у них там что-то есть интересное. Посмотрим тоже. Да, и, кстати, мы проснулись. Время там было, по-моему, 3 часа. Надо будет еще посмотреть, что у нас тут. Мы убили сколько? Мы убили 1042. Вес 56 кило. И сейчас у нас фаза набор веса. Это хорошо. 56 килограмм, это, конечно, просто очень мало. Очень мало. Это очень мало. Нормальный вес 75. Ну, то есть, если ты держишь в районе 75, это очень хорошо. Вообще, как бы, нормальный вес там от 70 до 80. Если больше или меньше, то уже, как бы, штрафы идут. В первом случае... Это штраф на скорость бега, на скорость передвижения. А во втором случае, если меньше, это травмы. Травмы, да. То есть, там, перепрыгнул через забор в состоянии, когда у тебя персонаж не в кондиции, а там что-то с ним не так. И уже можно получить травму. Так, ладно, я не знаю, эти, наверное, сейчас тоже доберу их. Не нужны они тут. Время 6 уже часов утра. Надо бы на самом деле уже начинать выдвигаться в сторону подсобки. Да, и еще разработчики обещают в новой версии игры ввести то, чтобы машины быстрее ломались во время того, когда они нейтрализуют зомби. Поэтому такая вот ситуация с тем, что машина являлась как бы самым лучшим способом по нейтрализации, она скоро уйдет в прошлое. И придется придумывать какие-то другие способы, а именно, ну, например, сжигание, да? Сжигание зомби. Так, разжечь костер, давай, что там у нас есть? Джинсы, спички. Давай, джинсы и спички. Сразу же посмотрим. Не, подожди. 15 минут. 15 минут это мало. Давай добавим что-нибудь. Носки, например. А, не добавились, да? Давай вот это добавим. А, или добавилось. Что у нас там получилось? 35 минут. Хорошо. Пойдем разберем там что-нибудь. Вот это вот, например. Вот, кстати, тут есть бутылка воды. И разобрать... Да, неплохо. Только ты не посмотрел, сколько дают. 242 сейчас. Да, еще раз. 242. Разобрать. Стало 307. Что-то в районе 65, да? Да. Что-то в районе 65. Так, что тут есть в зомбаре? А что тут было? Майонез? Не-не, давай это самое, погоди. Сломик тебя окучим. Хорошо. Так, нам чтобы, если мы хотим создать костер, допустим, для сжигания зомби, нам понадобится
тряпки и доски. Доски там были. Еще мы можем использовать, вот, например, ту бутылку, которую я нашел. Давайте сольем немного бензина с нашей машины. Не очень много. Так, чуть-чуть. Можно будет сделать, допустим... так. Нет. В миски нам не надо вливать. Так, тут у нас что, лапша готова. Давайте лапшу тогда загрузим в миски. И выложим кастрюлю. Да, кастрюлю мы сюда складываем. Столько зажигалок, на самом деле, мне не особо нужно. Так, у меня есть стерильный бинт. А что у нас там, кстати говоря? Так, все еще не очень хорошо. Ладно. Заживет. Половинку покушаем. Ну и выложим сюда, да, вот эти зажигалки. Часть зажигалок. Столько нам не надо. Что там спички? 7 коробок. 7 коробков. Да, это сюда. Так, и попробуем. У нас бутылка воды, она все еще с водой. Давайте вольем эту воду в кастрюлю, что делать. И попробуем сделать бутылку с бензином. Так. Или можно в котелок, на самом деле, да, влить. Хорошо. А бутылку... Где там бензоль? Так, а что мне надо, чтобы эту сделать? Бутылку с бензином. У меня, похоже, наверное, нету навыков, что ли, каких-то. Да, по всей видимости. Либо надо туда больше, что ли. Ладно, тогда отбой с этим. Это надо разбираться. Это я потом почитаю, как это делается на Википедии. Потому что что-то сейчас не хочет делать она. По всей видимости, не с пластиковой бутылки надо... стеклянную. А стеклянная тара там у меня есть, и я ее не хочу тратить сейчас. Вот у меня есть бутылка вискаря. Но тратить я ее не хочу. Сейчас что, куда это? Я буду напиваться, что ли? Да ну нафиг. Нет, конечно. Придется из костра сделать. Это тоже можно. Для нейтрализации зомби подойдет и костер. Делаем штуку. Набор для костра. Понадобятся 3 доски и 3 тряпки. Ну и возьмем там что-нибудь, чтобы нам на растопку. Сникера какие-нибудь возьмем. Все, можно выдвигаться. О, смотрите, тут уже это, собралась толпа болельщиков. Ладно, да, ты просто идешь к месту, где ты будешь заниматься лутанием. Ну, а в нашем случае это подсобка. И по пути собираешь все, что есть, чтобы тебе нормально можно было с твоим, там, если ты найдешь генератор или, да, ну, то есть что-то. Чтобы можно было вернуться по-человечески. Старайся обходить елки всякие. Да, идешь, кричишь так, чтобы они собирались на тебя. Не бежишь. Бегать не надо. Потому что персонаж в кондиции ходит быстрее зомби. Но если ты с бегунами, конечно, не играешь. Все, что в них есть, это все сгорит. Поэтому можешь забыть, если ты там увидел катану, забудь об этом. Даже не думай. Там кого-то там как-то окучить, что-то сделать. Все, это уже... Если ты собрал толпу, и она идет за тобой, ты можешь, конечно, сделать финт, там как-то их... Ну, там это с копьем похоже. Это все ерунда. Потом еще найдешь. Не проблема. Тебе главное сейчас задачу свою выполнить, а именно там дойти до подсобки и посмотреть, что там есть. А вот в такой ситуации, как здесь у меня в игре, это довольно-таки сложно сделать, потому что очень мешает. Сейчас день... Они очень быстро замечают персонажа, поэтому приходится действовать не в стелсе, то есть не как-то там что-то кайтить и так далее, там, и пытаться там уйти от них, а приходится действовать напрямую, то есть вступать в сражение. О, смотри, там с топором. Ну, это, к сожалению, потерянный топор, он сгорит, насколько я понимаю. Невозможно будет что-то делать.
сделать как-то, чтобы они, там, часть какая-то не сгорела, там. Можешь попробовать, там, как-то, да, там, оббежать ее, там, пытаться побить, но наверняка это может закончиться плачевно. Можешь, конечно, попытаться, там, повиртуозить как-то. У каждого свои, там, приколы, ну, навыки в этой области. Но обычно это все заканчивается печально. Да, если обступают, то, ну, старайся как-то пробежаться чуть-чуть, чтобы тебя не обошли, потому что они, видишь, действуют, у них новый алгоритм, они идут на перерез тебе. Ну, то есть расходятся, да? Одни идут влево, другие вправо и так далее. То есть пытаясь тебя обойти, не давая тебе возможности двигаться там по определенным направлениям. Ну, обходят как бы. Все понятно. Сейчас соберем потихоньку. Собираешь. Потом видишь, когда окно появляется у тебя, да, ну, то есть в определенном месте их нет. Ты в это место бежишь. Желательно это делать, вот как я сейчас, на асфальтированной территории, чтобы огонь не распространялся. И когда зомби будут за тобой ходить, ну, это мы сейчас посмотрим, что надо будет делать. Так, собрать костер. Выбираешь пробежечка. Там вот, допустим, вот к этому месту. Здесь будем собирать. Можно попробовать сразу разжечь, если время хватит. Не, не хватило. Тут уже с этой стороны идут. Сейчас потихоньку. Да, еще этих вот зацепим. И опять от этого костра отводишь их. Ну, точнее, он еще пока не горит, но кострище уже готов. Осталось только туда закинуть там кеды, которые я взял. И зажечь. Опять же, делаешь заранее, как бы, то есть, набегая на костер, ты уже там правой кнопкой мыши нажимаешь в костер, для того, чтобы быть готовым нажать «разжечь». И она разжигает. А потом группу зомби пропускаем через костер. Они загораются, и мы их сжигаем. Ну, это по теории. Так, вот последний, который там, он уже довольно далеко, да? Да, можем начать бежать туда, в ту сторону. Правой кнопкой «разжечь костер». Допустим, вот из этого. Зажигаешь. Сам смотри, не наступи. Потому что ты так же загоришься, как они. А ожоги, это, к сожалению, очень долго проходит. Поэтому тоже надо быть аккуратным. И, как я уже сказал, разработчики сейчас делают что? Они делают новую механику по повреждению у автомобилей. Поэтому просто так ездить и давить зомби теперь, возможно, не получится. Но мы, конечно, посмотрим, что они там наворотят. Что они там пытаются сделать. Теперь что мы делаем здесь? Ну, просто ходим. Радиус у тебя примерно будет где-то 30 клеток, а диаметр примерно 60 клеток. И ты вот так водишь их по этому радиусу, ну или диаметру. Смотри, как хочешь. То есть, если мерить вот так вот диаметр, то, ну, примерно там, может, 60 клеток будет. Зачем это делается? Ну, просто вот ты видишь, за зомби тут идет вот такой вот след из огня. Тебе, чтобы вслед не наступить, надо будет вот такую делать вот такой круг. И как бы ты водишь их потихоньку. Те, кто это знает, ребят, ну, я все понимаю. Многие об этом, может, не знают. Многие об этом, может, забыли. Потому что, к сожалению, из-за автомобилей, на автомобиле это делалось намного проще, чем вот так вот водить там в течение, да, 2 часов. Что-то какое-то, ну зачем это было нужно, если у тебя есть машина, ты подъехал и сделал все, что надо. Да, старайся еще... Почему ты ходишь по кругу и так делаешь? Ну, потому что если ты там просто отбежишь, часть зомби может отстать. Если они отстанут, они начнут мигрировать. Если они начнут мигрировать, ты можешь сжечь полгорода таким образом. А так, если ты водишь их по кругу, они, в общем-то, ходят за тобой, и сейчас они начнут складываться тут. Потому что, ну, у них примерно там сколько? Час, может быть, два. Максимум, да, там, ну, 1.5 часа где-то тебе надо вот так поводить. И они уже начнут опадать. Ну, они начнут опадать уже минут через 10. Потому что многие из них слабые зомби. Ну, с меньшим количеством живучести. А у одних больше, у других меньше. У некоторых вообще совсем мало. Ну, так в среднем где-то там 175-225.
А вообще бывает и меньше, и бывает намного меньше. Бывает, ты же иногда замечаешь, у тебя оружие, допустим, даже если вот у меня лом, да, у которого там, в принципе, крит почти никакой. И даже если представить себе там с крита удар, вот в данной ситуации у меня будет где-то это урон, ну, может, 60. То... И некоторые зомби складываются за удар. Ну, как такое может быть? Ну, явно то, что у них меньше жизни, чем у... То есть меньше живучести, чем у... Там, у стандартного, да, у которого там 200. Да, ну вот ты можешь уже заметить, там, 3 сейчас, и они вот начинают опадать. То есть это говорит о том, что у них примерно одинаковое количество жизней, да. То есть они загорелись там, какие первые загорелись, какие чуть позже. Ну, а так, в общем-то, вот... Видно то, что, то есть, остается след из зомбарей. Да, и запомни, если ты нейтрализовал зомби, он валяется, то ты видишь труп. А если ты вроде как нейтрализовал, отвернулся от него, а трупа не видишь, то это тебе должно о чем-нибудь говорить. Да, то есть, когда ты к нему подойдешь, он напугает персонажа и начнет ползать за ним. Ну, такое. Ну, либо ты, когда подходишь, там можно увидеть то, что у него труп не выделяется, а он как бы лежит вроде труп, а шмотки внутри трупа ты не видишь. Да, ну, такое. Не знаю, смотри сам, как ты считаешь, там, это чит, не чит. Каждый сам для себя решает, что для него чит, что не чит. Я считаю, что это нормально. Так, ну, а после того, как мы это сделали, надо будет пойти... Ну, естественно, здесь вот здесь уже как бы жечь поздно, это вот ты заметил, да, сколько, ну, час времени это отняло. Там двух, естественно, тебе не надо сжигать. Двоих ты и так кучишь там своим основным оружием. С ножницами, кстати, по-моему. Она еще, кстати, двигаться так начинает странно. Вроде как я сразу отпускаю правый клик для того, чтобы быстрее подойти, но не сразу она это делает. Ладно. Так, ножницы мне не нужны. Не целый. Так, а еще там что было? Подожди. Носки красные были, да. Это нам не надо. Это порвашка. Все ясно, ладно. Так. Тоже порвашка. Что здесь? О, слушай, нормально. Сиги мне не нужны. Что здесь? Давай попьем. Газировочку. После жаркого дня. Холодным зимним утром. После жаркого дня. Так, ну чё, давай здесь. 4 удара. К сожалению, еще один подходит. Так не получится у меня. Да, нормально. Довольно-таки она уже крепенькая стала. Хоть и 55-56, да, там килограмм весит. Все равно у нее ломик уже в руках там работает, будь здоров. Так, ну ты знаешь, фиг знает. Да, может быть. Давай возьмем. Не так часто выпадают. Если, не дай бог, там еще температура понизится, будет неплохо, чтобы руки были в норме. Порой бывает, решает именно то, что персонаж не замерз, да, то есть, что она может нормально бить, нормальная скорость ударов. Так, чем нежели там защита, допустим, от кожаных перчаток. Потому что эти у них вроде, видишь, ты... Заметил там, да, нету генератора. Печально, конечно, там вот сзади заходит. Хочет зайти за мной в будку. Ну нет, конечно. Не позволим. Да, журнал я возьму. Вот это я не знаю, был у меня там или нет. Это выложу. Так, это тоже возьму. Это разберу. Так, что здесь? Ух ты, ты посмотри, какие. Циановая, да, тут это, или как это называется, фиолетовая. Офигеть, ладно, вот это круто, синяя лампа. Так, ладно, давай наполним, наверное, этот садовый опрыскиватель наш. Я слышу, там где-то уже идут. И я хотел пойти посмотреть. А, слушай, а вот эти скамейки, интересно, сколько за них дают. Наверняка можно разобрать, сейчас проверим.
Просто это объекты большого типа. А, это там оттуда. Не, не пугал его то, что там где-то сзади, что ли. Но на самом деле сбоку. Ладно. Да, тут не сразу понимаешь. Я видел джакет, но состояние убитый. Так, хорошо. Давай попробуем, можно ли разобрать это. А, это нельзя разобрать, да, похоже? Так, ну давай попробуем вот так. По стрелочке. Нет, нет. По стрелочке тоже неразбираемый объект. Ну ладно. Не суть. Давай попробуем пойти к зданию, о котором я говорил. Может быть, там есть книги какие-то. Ну, это нам не интересно, эти зомби. Нам интересны книги. Так, тут группа. Так, тут группа. И она на пути. Ну, тут что тут делать? Это только нейтрализовать. Да. Придется нейтрализовать. Потихонечку сейчас, по одному, по двое. Так, придется пробежаться. Вообще, надо действовать активно. То есть, зомби, они собираются вокруг тебя, а тебе надо не давать им это делать. Вот я не вижу, где еще один. Вот. Чем дольше ты ждешь, чем больше ты пятишься, да, тем больше они собираются вокруг тебя. Поэтому стараться надо, вот, да, ножкой топнуть, морду дать ломом. О, слушай, вот это потеплее вроде, да? Да, вроде тепленький такой. Нормально, сойдет. А это у меня порвашка уже. Жакет? Жакет рваный. Ладно, ты не хочешь его в зомби положить, значит, положишь на землю. Так, стой. Рваные. Да, слушай, ну почему бы нет? Меняй почаще кеды. Вот смотри, какие классные. Тяловые такие, да? Так. Ну, два это нормально. Два это нормально. Да, здесь сейчас их. Я боюсь туда подбегать. Там, может быть, на дороге стоит еще больше, поэтому лучше это чуть-чуть сделать в стороне. Правильно? Правильно. На одного встал, второго прибил. Потом прибил тот, на котором стоял. Так, газету, да, возьму, пожалуй. Носки, да, можно зареплейсить. Почему бы нет? Так. Вот и постирали носки. Так, вот еще двое, трое идут. Так, потихонечку действуешь. Так, сзади там двое, я видел. Они могут начать мигрировать. Вот видишь лом? Лом очень надежное оружие. Не, ну, конечно, у моего лома там уже надо будет посмотреть, что там с количеством прочности. Но так вообще у лома при нулевом уровне навыка прочности где-то 1,42% повреждения. То есть шанс это 1 к 70, да? Так, ну давай посмотрим, что с ломом. Да, целый почти. Ну как, больше половины. Нормально. Так, двое, да? Да, вот так вот, как это, анекдот, знаешь, там, про богатырей. Ну, точнее, один богатырь там и китайцы, он к ним подходит. Давайте, выходите за гору. Будем биться. 1000 китайцев. Ну, они туда вышли за ним. 1000 за гору. За елки, да? Да. Ну, это там налип пока что, мы этого поковыряем. О, слушай, а ты встать смогла, да? Ты прям смотри какая-то ловкая. Ну и, в общем, он их там разобрал, эту 1000. Да это бородатый анекдот. Ну и возвращается, давай 10 тысяч биться за гору. Ну, 10 тысяч за ним тоже опять пошли. Один выползает из-за горы. Не верьте ему, их там двое. Давай, выходи. Нога, что ли, сломана как-то? Вон кость торчит. И сзади идет еще один, да. Не, меня так не возьмешь. Это вы можете, вон,
О, слушай, ну ты холодный, да? Да, он холодный. Не совсем то, но ты знаешь, на самом деле бывает иногда ситуации, когда именно такого типа свитер лучше, чем... Ну, с другой стороны, сейчас вообще можно свитер было бы снять. Ладно, оставим пока. Лучше вот так вот оранжевый цвет, чем зеленый, синий там и так далее. О, слушай, ну да. Вот я и пришел тут. За книжечками. Тут две толпы. Еще неизвестно, что в здании. Так, время 4 часа. У меня осталось где-то 6 часов до сна. Да, если я там во сколько? Я в 4 утра проснулся. 4 утра плюс... сколько там? 18 часов у меня. Право, надо, слушай, отдохнуть пойти. Давай. В подсобке сейчас отдохнем чуть-чуть. Пойдем до подсобки. Потому что вот так вот с дыхалкой это в два раза меньше урона. Нет, конечно, такого быть не должно. Это и ломание оружия. В общем, такое себе. Ладно. Давай отдыхать. Что там у нас по еде? Покушаем. И отдохнем. Так, ну теперь у нее полностью она в кондиции. Так, вот здесь за мной шел один. Куда-то ушел. Или сзади, по-моему, идет, да? Ну, мне пофиг на него, он тут сейчас в елках потеряется. Сейчас нам надо книжки посмотреть. Посмотреть, что там, куда эти. Там эти свалили, а, они ближе к дому подошли. Ну, это фигово, конечно, что. Ладно. Так, скамейки вообще разбираем, объект, интересно. Да, смотри-ка, ну, давай, почему бы нет. Пока они там думают, мы как раз тут, может быть, успеем. Да, не, вряд ли. Так-так. Да, одного вот так вот повалил и наступаешь. Так, вроде все тихо. Давай, ладно, дальше. А вот, кстати, машину можно еще посмотреть, чекнуть. Что там? Так, ну двое в окне, это нормально. О, слушай, так тут это... Тут у них это... Вечеринка была, походу. Бывает что. Как что за фигня? Ну что такое? Игра? Ну какая-то ерунда. Какая-то елка меня это остановила таким образом, да? Так. Смотри, один меня не видит, что ли, да? Они там в деревьях застрявшие, половина. Да, вот так стоишь и разбираешь. Если все порядок, то можно и стоя на месте лупить. Не, ну я уже не успевал там явно. Так, ладно, что, давайте, может, тут есть? Ах, там целая толпа. Я думал, просто через забор их как-то. Ой, а что они там делают-то? Они что-то запутались там, что ли? Какие-то глупые. Да, ну слушай, нормально, лом уже отколачивает им голову, смотри. Отбивает, будь здоров. Да, до свидания. Ну сюда, вот, молодец. Да, еще один там сзади, что ли? Или что такое? А, он там далеко. Ух ты! Мистер полицейский. Бывший. Лежащий теперь уже полицейский. Так, ладно, давай подходим. Может быть, так, вон еще один увязался тут. Я хотел скамейку разобрать. Ой, а вы, девушка, кстати, опоздали. Так. Давай, да, разберем. Почему бы нет? Нормально. Гвоздочки я беру. Ой, дяденька, вы что-то как-то сегодня не по погоде. Ну ладно. Я думал, у вас может там что будет, а оказывается ничего не будет. Ёлка меня, конечно, парит. Ага, ладно. Странная какая-то ситуация. Ты не находишь?
Да, какая-то странная ситуация там. Ну ладно. Они что-то как-то не заметили, что ли, меня, я не знаю. Тихо, парни. Не-не, стой. Ну, можно и так. Можно и так. Неважно, как ты будешь нейтрализован, зомби. Важно, что ты нейтрализован. Синяя каска какая-то, да? Бам! Отлетела. Да, какая-то синяя. Бывает и такая. Что-то они какие-то все, не знаю. Может, у них там был этот... Секас? Это вот... Тут где-то еще голый мужик был просто. Не, ну так, это предположение, чисто предположение. Да, это было чисто предположение. Возможно, у них был секс. Вот у этой вот. С где тут еще один лежит? Уже не помню. Тут, к сожалению, уже очень много. Так. Давай, ладно, заходить. Ага. Девушка, вы тоже будете окучены. Дыхло просело. Не очень хорошо, но что делать? Так, я уже внутри. Да, это, пожалуй, стоит взять. О, слушай, я что-то ошибся. Оказывается, кожаные-то они потеплее будут. Да? Ну, неплохо кожаные, если потеплее. Бутылочка вискаря. Да. Вискарик так вечером неплохо принять. Залечить душу. Так, а что, книжные эти, они не тут, да, были? Ладно, давай кухню проверим. Все тухлое. Да я не буду тухлятину собирать. Ну, нет смысла. Это до 7 уровня очень долго. А там уже, к сожалению, извините, но вот они тут разделись. Тут все целое, наверное, да? Да, смотри, вот жакет нашли. Перчатки целые. Ух ты, красота. Что еще целое есть? Денним джинсы мне не особо интересны. Сейчас, если я начну здесь что-то разбирать, то это создаст звук в радиусе где-то 18 клеток. Ну, здание порежет этот показатель на 10 клеток. Того в радиусе 8 клеток. Но я не знаю, что за стенами. Поэтому это может быть не очень хорошо. Да, ты представляешь себе, что может быть, если в радиусе 8 клеток от этого здания будут зомби. Я начну разбирать. Вот. Нет, ну это, эти-то они не услышали бы. Так, ну, допустим. Допустим, да, так, чисто теоретически. Здесь есть что? Вот эти, часть может... А, они уже там увидели даже меня. Так, ну они... Теперь они пойдут сюда... Встанут здесь, и теперь я уже точно не смогу этого сделать. Так, а книжные шкафы, я так понимаю, они вот здесь вот у меня. И до 10 часов у меня остается 2 часа. Я, ты знаешь, наверное, не успею это сделать. Да, у нее просевшее дыхло еще, помимо всего прочего. Это просто ты думаешь, что у нее тут сейчас все в порядке. На самом деле там на 3 удара. Да. По стелсу как-то решить? Ну, можно попробовать, да, почему бы нет. Только надо понять, где вход. А, вот они пошли туда, да? Ну, отлично, они пошли туда, мы пойдем сюда. Так. Ну, книжная это вся тема тут. Так, они пока смотрят в ту сторону. Очень опасная ситуация. Так, ну здесь... А, все, они за лидером пошли. Так. Ладно, давай все заберем просто. И свалим отсюда, правильно? А потом там дома разберемся, что мы тут нашли. Так, здесь кухня есть? Да. Давай посмотрим. Может быть, что-то есть на кухне.
А вот я, кстати, сковороду хотел взять. Ладно. Давай потихонечку уходить отсюда. Ну, здесь ничего интересного. В общем, как, что я тебе могу сказать? Почти результативно. Да, генератор не нашли. Но хоть что-то... Ой, ёпрсте, очень результативно. Вот этого мне не хватало, очень сильно не хватало. Газовый резак. Ну ты подумай. А что, может, ключи еще есть? В тачке. Я понимаю, что у меня есть такая уже, ну мало ли. Топливо есть? Нет. Ладно. А, я же бензину это, я же канистру бензина там выложил. Так, ну ладно. Надо валить домой. Почему? Потому что я тебе скажу, тут где-то через 2 часа у нее сонливость появится. Поэтому лучше валить час. Да. Лучше уйти до того, как она появится. Это сонливость. А бутылку я оставлю. Может быть, это сделаем этот... Не знаю, будет почитать там на это. Я просто этим не занимался никогда. Я так же, как все, давил просто зомби и все. Ну, либо ты... Ну, либо как здесь вот, да, как по стелсу. То есть ничем таким не занимался. Особо не... О, это у тебя из-за перегруза такие уже пошли эти. Понятно. Так, ну нет, чипсы это сейчас вряд ли. Красное вино. Вот, кстати, с красным вином тоже можно будет попробовать сделать. Хорошо, удобно. Они сейчас в ту сторону пошли, а я тут как раз иду в эту сторону. Так, и вот здесь еще какая-то есть. Это что? Это можно по карте будет посмотреть, что там. Либо там бревна лежат, либо ящики. Но это явно не сейчас. Так, давай выключим часы, потому что нет смысла продолжать. А, я его не включал, да? Хорошо. Тогда, значит, просто топаем домой. Сейчас дойдем. Разложимся. Надо будет подумать насчет этой еды на завтра. Можно либо сейчас будет сделать, либо... Да, газовый резак, слушай, тема. И у меня должен быть этот... А что мы тут нашли-то, кстати? Курс первой помощи. Можно будет прочитать, кстати говоря. И рыбалка первая. Ну, фермерство, понятно, это на растопку пойдет. Надо будет сейчас переставить этот. Так, давай сразу выложим машину, наверное, то, что нам не надо. То, что мы возьмем. Так, звероловство. Вот это сейчас прочтем. Это уже прочитано. Да, это сейчас посидим, почитаем. Почему бы нет? Так, фермерство я положу на пол. Барбекюшку сюда. Гоните, пожалуйста. Потому что надо будет, да, утеплиться. Я уже заметил то, что ночью становится холодно. То есть и... Это может, ну, не то чтобы это приведет к заболеванию, но все равно, то есть неприятно. Давай сюда поставим. Так, радиоприемник я не разобрал. Надо разобрать. Хорошо. В барбекю надо положить посуду. Кастрюлю. Что-то я еще, по-моему, чайник у меня там был, да, да. Так, это сейчас будем читать. Сковородку еще я принес, хорошо. Что-то еще. Ну, это у нас получится на растопку. Спички при мне, так, хорошо. Ну, эти лампы давай в машину уберем. Ну или сюда положить их, что ли? Да нет, ну давай эти-то лампы сюда, наверное, положим. Их вообще редко можно найти. Синие лампы вообще офигеть, просто чума. Так, нитки.
А, наверное, тоже сюда. Я сейчас не буду ничего зашивать. А, тихо-тихо-тихо. Молоко сюда, наверное, кладем, да. Молоко пусть в машине. Это, наверное, тоже в тачку положим. Спиртное. Все, тут места нет. Давай это тогда сюда. То мусорный пакет-то я хочу взять с собой, конечно. Потому что я уже скоро смогу делать это все. Прук сюда пока закину. Ну, если что, можно будет вернуться сюда. Когда там, когда-нибудь. Он так и будет лежать. Да, тоже сюда. Вот жакет, кстати говоря, можно обдумать момент с чем. Он, видишь, он режет скорости. Скорость бега и скорость ударов. Да, перчаточки я вот нашел. Неплохие. Руки это важно. Руки это очень важно. Вот видишь, у нее... Да, давай, наверное, это... Оденем лучше вот эти. Лучше пусть она быстро бьет, вместо того, чтобы там была какая-то еще доп. Защита на руки. А это сюда положим. Да. Ой, красное вино еще. Ну давай, да, тоже сюда. А, уже все, да, тут привет. Ладно, домой тогда. Надо выложить часть все равно. Сигареты. Она у меня не курит. Да. Так, это сейчас будем читать. Газеты лист бумаги оставлю. Это можно будет. Да, давай возьмем пару досок. Даже не пару, а там хоть сколько-нибудь. Доска 2 часа добавляет, да? Нам сколько мы будем спать? Часов 6. Да забирай все, пофиг. Там потом на месте решишь, сколько тебе добавить. Правильно? Конечно. Так, ну теперь да. Теперь тяжело идти. Все, дальше ты, если тебе не интересно, чем я буду заниматься. Тут дальше я вряд ли буду кого-то убивать. Все, как сонливость пошла, я обычно иду домой. Никаких таких экстремальных ситуаций я не устраиваю. Так, сейчас я просто буду разводить костер. Ну, точнее, затапливать эту печку. Как, что за... Давай половину. Пипец какой-то. Да, 10 досок должно быть... 5 досок на 10 часов сна. Ой, то есть, ну, горение. Чтобы ей было тепло спать. Давай проверим этот момент. Покажи информацию. Да, 10 часов. Ну, зашибись. Так, разжечь. Газета? Нет. Давай там этот журнал какой-нибудь. Ну, или вот курсы фермерства, например. Да, со спичек. Отлично. И можно, кстати говоря, приготовить еще и на завтра. Да? Почему бы нет? Где там у нас этот открытое спагетти? Сразу сделаем все еще. Так, нам для начала надо будет добавить... А, погоди, а спагетти можно сразу, что ли? А, ну это котелок с водой, я понял. Да, давай из котелка тогда нальем в миску. Миска у меня, по-моему, уже есть в инвентаре, да. Давай, где там котелок? Влить в миску. Из миски в кастрюлю. А, я ее не взял. Давай возьмем. Вот, в кастрюлю. Теперь делаем лапшу. И добавляем туда морковь.
Да, кстати, там еще соус можно взять. Соус, перчик. Почему бы нет? Хотя у меня нету там какого-то этого несчастья, поэтому да ну нафиг. Так, где у нас лапша? Вот она. Готовься. 20 минут готовится лапша. А мы пока положим эту банку в трупик. И уберем лапшу в холодильник. Слушай, газовый резак нашли. Ну это же просто офигенно. Теперь можно будет разбирать что-нибудь там. Я не знаю. Так, котелок воды. Чё там, ручка-то твоя? Как? Конфетка моя. Морковная барвенша. Всё, прошло. Ну, офигенно, чё. Просто супер. Просто супер. Так, давай красное вино сюда. Так, бутылка. Да, сюда это можно положить, потому что сюда будем подходить наверняка за бутылками, если захотим сделать коктейль Молотова. Поэтому пусть оно все тут лежит. Че, как дела? Зашибись. Забираем. Закрываем двери. И ложимся спать. Я с тобой прощаюсь. Будь начеку и всегда наготове. Ибо враг твой зомби. Всегда ищет кого бы сожрать.